Ребята, всем привет! С вами снова научная студия «Автостиль». Сегодня буду на обзоре я. Сегодня у нас автомобиль Kia Rio. Такая вот красавица на красивых дисках. Сюда мы собрали систему от компании Kings Audio полностью. Монобрайв. Сейчас вам покажу и расскажу. Динамики у нас Kings Audio КРЗ 6, 16-сантиметровые. Усилители 4 по 100 и тысячник. САП у нас ТСР 12. В этом автомобиле мы сделали частичную шумовиброизоляцию, то есть зашумили двери, полностью багажник и крышку багажника. Сейчас вам покажу. Двери. Двери у нас проклеены в 4 слоя. Первый слой — это у нас троечка идет. Второй слой — двойка. Динамики через проставочные колечки закрепили все в штатных местах. Пищалки у нас также в штатных уголках. Через конденсатор играют от штатки. Багажник. Багажник проклеен в 2 слоя. Первый у нас идет слой тройка, второй слой Sonora. Можно сказать сэндвич. В багажнике расположился усилитель SAP. SAP 12 Kings Audio на 160 трубе. Усилители у нас расположились на полке через фальш-панель. На динамике у нас идет усилитель 4 по 100 Kings Audio. Динамики у нас играют 2 Ом. На SAP расположился Kings Audio полторашник. Под капотом. Под капотом у нас выведен провод сечением 4 гейдж. Все защищено в гофру. Обязательно предохранитель. Все крепко, все надежно. Клиент у нас приехал из Москвы, то есть от нас плюс-минус 500 километров. Что вам еще сказать? Сейчас я вам включу прослушку, посмотрим, как система играет. Включая прослушку вам данного автомобиля, сначала вам покажу, как его флексит. Играет тут басуху очень знатно. Сейчас вам покажу. Тут пошла хуйня такая, с полки шибли пугая, а слоник содража, жопой сел на ежа. Итак, нашел трек для фронта, слушаем. Играет очень классно, очень громко, и бас такой громкий.
треплет машину, треплет. Мне очень понравилось. С вами была студия Автостиль. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Ребят, здравствуйте. Я хочу внести небольшие поправочки в обзор от Руслана. Руслан, да? Что у нас получилось? Не назван бюджет? Флекс на самом деле там есть, но вот как-то вот я пересмотрел на камере телефона, это не совсем передается. Хочу внести поправки. Дим, там нормально САП качал? Там вообще огонь САП играл. Ну, от 1,5-киловаттного усилка. TSR-12EV2 это зачет. Ну вот так вот получилось. Да, бывает в нашей работе. У Руслана оставалось 3% на зарядке телефона. Говорит, бог не дай, сядет вообще. Все будет коту под хвост. И вы не увидите очередной обзор. Владелец хочет сказать спасибо. Дим, владелец сказал все четко, да? Да, не понравилось. Самое главное. Ребят, бюджет этой аудиосистемы у нас получается 62 500 рублей. Вот по ней бумажка. Мы дополнительно делали, да, Руслан нам рассказал, шумку дверей автомобиля, крышку багажника, полку, багажник целиком. И еще у нас получается, эту систему мы ставили не бесплатно. Ввиду того, что усилитель мы ставили под полку наверх. Ну и плюсом ко всему, ввиду нашей экономической ситуации, цены на тот момент, когда мы разговаривали с владельцем, были вот такие. Потом они опустились, и он сказал, блин, 35 лет, живу первый раз вижу, чтобы кто-то как-то двигался. Обычно все выше, ценники все поднимают. К великому сожалению, я с владельцем не виделся. Ну, были у меня на это обстоятельства, приношу за это извинения. Так у нас, значит, двенашка TSR-12E. Ребят, я честно могу сказать, обратите внимание, пожалуйста, на эту конфигурацию. И еще небольшая поправка. Усилитель в этой тачке стоял 100.2. Что хочется сказать. Когда мы ставим четырехканальник, мы берем два тюльпана, их раздваиваем и пихаем на четырехканальник. Пихаем или подаем сигнал, да, если технически грамотным языком выражаться. Вот здесь же мы параллелим фронт-тыл. Левую сторону и фронт-тыл правую сторону. Вот контроль так получается лучше. Мы такие системы применяли на Skoda Rapid и намного на каких машинах. Так что вот, возьмите себе на заметку, это будет маленький лайфхак, когда от более мощного усилителя двухканального в двухомном подключении играет пизжи. Это проверено. Ну вот по басухе, да, вот смотрите, вот это все слетело с бампера. От вшивого сабвуфера такого не будет, поверьте. Это уже изучено и проверен на многих-многих машинах. Ну и что хочется сказать, завтра, наверное, основной канал мы начнем снимать уже видео с этой приорой. Мы сейчас натягиваем чехлы, установили руль. Фронтец в этой тачке выглядит вот так. 92-й Alpine, секции титаната под капот. Все по-взрослому обязательно. Подпишитесь на наш основной канал, он называется Автостиль Арзамас. Ну а вы сейчас видео смотрите вот на этом канале. Спасибо, что вы с нами. Двигайтесь с музыкой. До скорых встреч. А вернее, сейчас уточню. Дима, а на завтра есть какие-то тачки на музыку? А, у нас завтра нами любимая Kia Cerato. Так что обязательно будьте с нами. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Он называется Автостиль by DW. У нас там 400 подписчиков. Это крайне мало. Тебя там точно не хватает. Так что ждем. Там мы тоже опубликовываем какие-то неизданные и не выпущенные посты, которые выпускаем в ВКонтакте, в Инстаграм. Хотя Инстаграм сейчас стал очень тухлый. Ну и хрен с ним. Быть добру. Let me take you to a land where we call it the flats. Where I rode a Honda Civic with a trunk full of packs. I didn't have to have 10, I had a 40 on the lap. And if you ever fuck